Ну, вот так вот. Просто держи, я буду говорить. Ну, пришлось сорвать тыкву, потому что долежит она, не долежит, не знаю. Сейчас сыроватый хвостик. Ну ничего, лучше такая, чем никакая. У них уже кукурузу такую эфиопу потащили, я уже начал беспокоиться. Ну ладно. Теперь надо найти колдунью, чтобы она превратила эту тыкву не в карету, а в установку земля, класса земля, земля. Вот будет здорово. Надо попробовать. Есть такие, наверное, колдуньи в Израиле. Ну, все. Зачем тебе такая херня?